Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие подписчики. С вами снова Евгений Сусин. И у меня новое стихотворение. Называется оно «Белый цифровой код» и посвящено оно сообществу ВКонтакте, которое помогает пользователям продвигать их страницы, паблики в топ и помогает быть известными и популярными. Итак, поехали. «Белый цифровой код». Я белого кота, конечно, раньше видел, но вот такого цифрового никогда. Он вроде бы не настоящий, но вполне реален и помогает нам всегда. Так что это за зверь и что за чудо? И в чем его отличие от других котов? И почему он цифровой, а не обычный, и людям помогать готов? Отличие, да и заслуги нашего кота основаны на продвижении страниц ВК, сообществ, пабликов и групп, страничек личных, каналов на YouTube. Код гуру в том, как сделать наш контент известным. От нас зависит только то, чтобы был он интересным, чтобы был понятен и полезен. Тогда подписчик будет с нами в комментариях любезен. Что надо делать, а что ни в коем разе, подскажет нам в своем наказе. Как правильно донат принять? Как выйти в топ, охват поднять? Участвуй в акции «Вари горшочек», активным в марафонах будь, и непременно ты получишь заветное сердечко, познаешь СММа суть. И терпеливо, шаг за шагом, задания простые выполняя, наполнишь публикации свои аншлагом, а вслед за ним признание придет. Таких котов на свете больше нет. Единственный в своем он роде, его стихия – интернет, а жизнь его в двоичном коде. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, пишите комментарии под этим видеороликом и ставьте сердечки, пальцы вверх и так далее. До скорого!